Городские власти провели первый аукцион по продаже легальных рекламных мест. Он принес в казну Ярославля около 4 миллионов рублей. Успех – прямое следствие политики мэрии и муниципалитета по наведению порядка на рынке наружной рекламы. Евгений Полковников рассказывает. На первом аукционе было расторговано всего 7 рекламных конструкций. Миллионы, которые на этом заработал бюджет города, факт, говорящий о том, что интерес к легальному рекламному рынку у бизнеса в Ярославле высок. Городские власти рассчитывают, что он будет оставаться таким же, а участвовать в аукционах смогут владельцы любого бизнеса. Вне зависимости от того, какой вид деятельности они осуществляют, если они знают, что рядом с их объектом будет расторговываться та или иная, то или иное место под рекламную конструкцию определенного формата, ничто не мешает им, как юридическим лицам, заявляться на покупку данного рекламного места с тем, чтобы размещать в том числе там свою рекламу своей фирмы. 70% незаконных рекламных счетов в Ярославле уже демонтировано. Работа властями проведена большая, и она будет продолжена, как говорится, до победного. Рекламные агентства уже сами, поняв, что это не единовременная акция, а это политика городских властей по наведению порядка в этой сфере, сами убирают незаконные рекламные конструкции. И мы надеемся, и получили заверение комитета по рекламе мэрии города Ярославля о том, что к концу лета, это буквально через 3 месяца, ни одной незаконной рекламной конструкции в городе не останется. Больше предпринимателям не нужно гадать, законный тот или другой рекламный щит или нет. В Ярославле на этом рынке наведен порядок. Это легальные конструкции, которые прошли необходимую экспертизу и согласование как с органами ведомственного контроля, так и с правительством Ярославской области. Соответственно, они все прошли через призму прокурора города, областного ГИБДД, поэтому все эти конструкции размещены на территории города исключительно в установленном порядке. Летом городские власти планируют продолжить расторговку легальных рекламных конструкций. Их 240, они есть в каждом районе Ярославля. Евгений Полковников, Василий Мосин.